саженцы сирени обыкновенной нежности, Syringa vulgaris neshnost, вырастают в компактный кустарник высотой около 2 метров. Большие широкопирамидальные соцветия покрыты лилово-розовыми крупными бутонами и распустившимися светло-сиренево-розовыми двухъярусными цветами. Они достаточно крупные, до 2,7 см в диаметре, не выгорают и обладают нежным ароматом. Этот сорт хорошо чувствует себя на плодородных влажных почвах. Первый год нуждается в еженедельном поливе, но застоя воды не любит. Подходит для создания высокой живой изгороди. Сирень обыкновенная нежность – это многолетнее растение. Кустарник лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, живых изгородей, газонов. Сирень прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола сирень обыкновенная нежность можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания сирени прекрасно подходит телепца А и открытый грунт. Расцветает сирень обыкновенная нежность в месяц май, июнь. Цветы имеют средний аромат. Интересные цветы сирень могут быть до 1,0–1,2 см. Лист этого прекрасного растения по форме сердцевидный. Обратите внимание, что сирень обыкновенная нежность, пчелопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.